Армения должна использовать все дороги, которые предлагает Азербайджан, однако Ереван отказывается от этого. Об этом в интервью CBC заявил специалист в сфере международных отношений Калвин Дарк, комментируя высказывание госсекретаря США Энтони Блинкена об армяно-азербайджанском урегулировании. По его словам, Армении не стоит отказываться от использования альтернативных лачинской дороги, чтобы набрать себе политические очки в переговорах. Эксперт также затронул так называемые выборы, прошедшие в Карабахском регионе Азербайджана, и добавил, что это абсолютно противоположно тому, что должна обсуждаться за столом переговоров Армения и Азербайджан. Госсекретарь Энтони Блинкен говорил, что последние события не способствуют мирным переговорам. Есть вещи, которые невозможно стерпеть, например, сепаратистские выборы в Карабахе. Это абсолютно противоположно тому, что должны обсуждать Азербайджан и Армения за столом переговоров. Армения не только не должна поддерживать сепаратистов, но и должна осуждать их. Госсекретарь США также высказался о важности территориальной целостности Азербайджана. Спикер даже отдельно сказал, что Штаты признают территориальную целостность Азербайджана, и Карабах является частью страны.